Так. Дайте мені, будь ласка, досьє на Тимофія Костецького, 8 років. Тимофій, прошу пан. Україна, народився в Запорожжі. Академія ментальної арифметики. Оба! А що він буде робити? Ігор Васильович, твоя темочка. Ой-ой-ой. Так. Привет. Привет. Кого ти привел? Маму. А ще? Моя учительниця по академії ментальної арифметики. В какой академии? В ментальной арифметике. Это что такое? Где надо очень быстро считать. То есть ты быстро считаешь? Да. Ха. Да ладно. Вас быстрее даже. Быстрее, чем я? Да. Тебе сколько лет? 8. У вас родовая травма была шейного отдела. Когда организм уже начал расти активно, видимо, что-то зачем-то не успевало. И где-то перемыкала сосуд, я так понимаю. На солнце, когда жарко, кровь носом шла. Услышали от знакомых, плюс интернет. Мы посчитали, что, наверное, это будет ему к месту. Красавчик. Я могу отжиматься, могу стоять, стойки считать. Могу стих рассказывать и отжиматься. Могу еще на скакалке прыгать и рассказывать стих и читать. Готов идти на сцену? Да. Давай, вперед. О! Здравствуйте. Чому ти прийшов на шоу «Україна – моє талант»? Щоб доказати, як я швидко вважаю. А що, хтось не вірить тобі, що так швидко вважаєш? Ну, ви не можете так. Я так не можу. Давай. О, Боже. Один. Игорь Васильевич, правильный ли ответ? Так, добро. Молодец. Правильный ответ. Да. А теперь я с отжиманием буду. С отжиманием? Вау. Минус 3, плюс 5, минус 7, плюс 6, о, все. Да. 3. Правильно. Ах, я помолився на один. Давай ще раз. Теперь я со стихом. Да, давай. Про колядку. Колят, колят, коляда, хай входит вас беда, и нехай на ваш поріг прийде радість на берег, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб рік си молодий, маму краще за старий. 7. Я сдаюсь, я не встигаю. Все, старое поколение уходит на пенсию. Фантастика. Ой, все. Я заткнулся. Вот все уже вообще. Я забыл цифры. Ой, я не могу. Только что на бирже резко упали цены на калькуляторы. Просто рухнули. Так, подожди секунду.
Ну, круто, все, всіх вразив, всі сидять і плачуть від того, що такого не можуть. Ваші оплески бурхливі нашому талановитому Тимофію. Тьома, скажи мені, будь ласка, а як от тут щось на пальчиках ви там крутите? Що ви крутите на пальчиках? Ну, ми от так крабіком вважаємо, так. Крабіком вважаєте? Да. А далі? А далі все. Не бойтесь, голосуйте. Від мене так. Спасибо. О, поздравляю, то дає. І я тобі так само кажу так. Спасибо. Два, да, есть. У тебя три, да. Спасибо. Поздравляю. Молодец. Поздравляю, молодец. Папа. До свидания. Лихо ты, конечно. Три, да, это круто. Я знаю. Ну что ж, я вас поздравляю. До встречи. Пока. Всего доброго. Слава. Что? Игорь Васильевич, вас это не делает мудрее, вы знаете?